На Ямале продлен режим повышенной готовности до 31 марта включительно. Сохраняется требование соблюдать самоизоляцию гражданам старше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Из группы риска на работу могут выйти ямальцы при условии вакцинации от коронавируса и наличия сертификата или же документа, подтверждающего присутствие антител. Подробнее с этим и другими изменениями послабления режима повышенной готовности можно ознакомиться на нашем сайте.